Ты не вернулся? Я заходил взять книги, а сейчас иду в библиотеку. Хорошо, очень мотивирующе. Я могу одолжить свои лекции. Хорошо. Берегись! Ты в порядке? В порядке. А ты? Возьми это, применяй на ночь для дезинфекции. Спасибо. Пожалуйста. Я могу одеться? Да, но аккуратно. Вот так, хорошо. Осторожнее. Кто это сделал? Это было опасно. Хорошо, что ты не пострадала. Идем со мной. Минутку. Идем. Почему ты это сделала? Что сделала? Ты следила за мной, я это знала. Но не ожидала, что ты пойдешь на такое. Ты бросила эту дрянь, не так ли? Я тебя видела. Ты знаешь, что чуть не нанесла ему серьезную травму? Возьмешь ответственность, если случится что-то плохое. Ладно, зачем ты это сделала? Если не признаешься, я попрошу госпожу Су поговорить. Верно, Ма Сяо-Сяо, я просто терпеть тебя не могу. В выпускном классе ты сменила специальность. С тех пор, как ты пришла в наш класс, я всегда занимаю второе место. Ладно, это я могу понять. Что случилось потом? Только тебе разрешили сдать рекомендационный экзамен. Ты сдала экзамен, но отказалась поступать в Пекин. А ты обо мне подумала? Ты отказалась? Она сдает экзамены для развлечения, а потом просто отказывается. Из-за нее я потеряла квалификацию для экзамена. Что в этом такого особенного? Почему ты винишь Сяо-Сяо? А разве я не должна? Она заняла мое место. Если бы ты стала первой на экзаменах, я стала бы второй. И если бы ты выиграла конкурс, то я бы не получила квалификацию. Я достаточно компетентна, чтобы быть допущенной, и это мое право отказаться. А еще, если я расскажу учительнице о случившемся, ты можешь потерять квалификацию для колледжа, не говоря уж о рекомендациях. Позволь дать совет. Тебе будет лучше вернуться к подготовке, чтобы родители гордились тобой, чем подставлять меня. Ты правда отказалась от предложения Пекинского университета? Замолчи.